два часа не могла выбрать одежду, в которой буду снимать это видео. Вот об этом. Привет, меня зовут Даша, можете назвать меня Олей. Очень приятно. Так, сколько времени? Ой, бля, через 5 дней у меня будет вступительный экзамен. И по этому случаю я решила показать мои рисунки из художки. Вот. Я их взяла из художки, чтобы показать вот преподавателям в колледж, в который я поступаю. Так, буду показывать самых маленьких форматов, то есть А4, но вот, собственно, А2. Короче, это стилизация. Улиточка и яблочко. Где-то были еще кораблики, листочки всякие, цветочки. Видимо, остались в художке. Ну ладно. Сука, где эта лампа? Блин, я потеряла лампу. А, вот здесь. Лампа. Вот, это эскизик. И плавно перехожу в формат А3. Вот, то есть. Вот это вот я люблю. Построение. О, это мой самый первый рисунок в художке. Когда я только пришла, мне дали вот это. Вот. Вот это вот мы рисовали всей группой. Обычно у нас просто стоят постановки в студии, и мы садимся и рисуем какой-нибудь из них. Вот, то есть все по отдельности рисуют, а вот это вот мы все вместе рисовали. Там гипсовая розетка. Вот. Вот так, все. Вот это мне очень нравилось, когда я это только нарисовала. Или приняли после того, как я нарисовала. У нас был конкурс рисунков на День матери. Ну и я такая... Короче, я вдохновлялась Аней Консервы. Вот. Так. Теперь самые большие форматы, их у меня больше всего. Я их больше всего люблю. Начну, наверное, с композиции, потому что я ее не люблю. Вот такое вот. Вот. Вот так вот. Вот с такой же постановкой у меня есть живопись. Блин, вот это моя самая любимая работа, да, честно. Это вот такая вот девица. Вот, я помню, ее рисовала где-то неделю. Я собирала материалы. Я же живу в деревне, и я ходила в поле, рисовала вот этих вот коров, просила местных, чтобы они подержали овечку. И я их нарисовала. Вот такая вот была. Акварель. Не люблю я постановки с акварелью почему-то. Вот, никогда их не любила. А вообще иллюстрации я люблю рисовать именно акварелью. Вот. Так, вот, кстати, о чем я говорила. Вот. Вот от этой постановки у меня еще есть нормальная живопись. Вот. Так, это построение, или как там, линейный рисунок, или что-то. Ну и вот от этого у меня есть вот такая вот работа. Ну, в смысле, это одно и то же, просто там у меня построение именно, а вот это полностью готовый рисунок карандашом. Вот. Так, мои любимые головы. Блин, люблю я эти головы вообще. Так, моя любимая грызаль. Нет. Так, грызаль — это когда ты рисуешь только одним цветом. Например, серым. Вот как в этом случае. Я так мучилась с этой хуйней. Ненавижу этот рисунок, блин, он ужасный, и
не любила очень его рисовать, я прям очень мучилась, когда его рисовала, короче. Вот. Уйди от меня. Так, ну и остались мои два любимых рисунка. Так, о, они, кстати, одинаковые. А, я только заметила, что они одинаковые, блядь. А? Вот. И любимый этот рисунок у меня не за технику выполнения, а больше за то, что я вложила в него. Вот если вот так вот смотреть на этот рисунок, то, блин, что-то в этом есть. Вот я такое люблю. Я любила эмоции выплескивать на холст, на бумагу. Вот. И от этого рисунки получаются, правда, живыми. Вот. Не хочется смотреть. Каждый мазок каким-то живым напоминает, что ли, не знаю. И следующий вот такой вот темненький. Вот. Не знаю, что сказать, просто я люблю на него смотреть, тоже так же исследовать каждый мазок. Я любила сидеть в студии и выплескивать свои какие-то эмоции, неважно какие, просто выплескивать их на холст. И получилось что-то вот такое вот. Так, да, кстати, скажу то, что в художку я ходила всего лишь 9 месяцев. Ну вот. Мои сверстницы за 9 месяцев ребенка вынашивают, а я талант вынашиваю. Я рисую почти всю сознательную жизнь. И где-то весной я снимала видео про мои рисунки. Они не из художки, они просто мои. Там есть и какие-то мои постановки, и просто какие-то творческие рисунки, срисовки. Вот. Короче, как я начинала, что ли. И если вам интересно, посмотрите, как я начинала, что я делала до того, как пришла в художку, то дайте мне знать. И, возможно, я сделаю это видео, ну и будет оно жить. Так, ну, спасибо, что посмотрели моё видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это видео. Пишите что-нибудь в комментариях о том, как я плохо рисую, о том, что мне еще учиться и учиться. Вот. Ну, короче, удачи вам, любите свое творчество и пока. С вами была Даша. Олли. Вот. Пока.